И у нас в гостях Александр Хлынов, который привез русский Иван-чай. Александр, скажите, пожалуйста, чем особенно и уникальна ваша продукция? Наша продукция делается только из натуральных компонентов. Мы являемся предприятием полного цикла. Собираем Иван-чай, перерабатываем его, фасуем и продаем. Скажите, пожалуйста, какие у вас цели на эту выставку? Найти новых оптовых клиентов, популяризировать Иван-чай, сделать так, чтобы его полюбили и пили во всем мире. Скажите, вот такой вопрос меня интересует. Как вы реализуете ваш товар и тяжело ли попасть на прилавки торговые крупных ритейл-сетей? Дорогу осилит идущий. Конечно же, трудно. Сети всегда говорят, полка не резиновая, мы не можем ее растянуть, но место для Иван-чая находят. Потому что народу Иван-чай нравится, он полезен для здоровья, вкусный. И люди начинают постепенно переключаться от обычного чая в сторону нашего традиционного русского напитка Иван-чая. Ребята, пейте Иван-чай и будьте здоровы. Пока.